На паузе больше часа. Думаешь, за это можно арестовать? Пока без меня не арестованника. Вижу, как какой-то чувак на красный бежит. Потому что за этого можно арестовать? Машина не припаркована. Можно за это арестовать? Просто да. Машина посреди улицы стоит. Я фару разбил. Думаешь, мне можно за это арестовать? Да. Сейчас я заокую машину, чтобы ее никто не спиздил. Ты охуел? Ты заключенный какой-то вроде. Нахуй пошел. Это кто мне написал? Он мне нахуй пошел написал. Сделаем следующее. Ты найдешь преступника какого-нибудь, да? Че ему надо, блять? Я занимал. Тебе въебать? Что фак происходит здесь? Что здесь происходит? Да, он бежит за мной, кажется, ему не понравилось, что я там его сбил. Давай уедем как следует. Да. Чукок, зрители, с вами Гагатун и... И Своти. И сегодня мы будем играть... Ой, что-то какой-то Кирилл к нам подъехал. Не-не, так не начинай, не начинай. Мы сегодня продолжаем играть на сервере Grand RP. И мы продолжим ловить преступников. Большое спасибо всем, кто зарегистрировал меня как реферальную ссылку моего имени Роман Гапатун, как бы, что я вас пригласил в игру. Продолжайте регистрироваться, на самом деле. Это нам очень поможет в наших дальнейших приключениях. Особенно мне. Тебе что надо, мужик? Правильно. Я написал правильно, говорю. Правильно. Правильно. Обойдем, купим рацию. О, да. Лысину, дай лысину, сфоткаю твою. О, да. Ухо, вот так вот, да. Как дела, ребята? Я случайно, кажется, сфоткал преступников, которые проехали на фоне. Нам нужно срочно поехать за ними. И пишешь, что сейчас Payday пришел. Ну, это правильно. Мы заслуживаем. Нифига себе, что произошло? Ну-ка. Выходим из машины, друг. Выходим из машины, товарищ. Что это было? Ну-ка, вылезай. Так, тихо, не убивай его. Все. 236, да. Он тебе только отдел, ему такой лег, блядь. Лежать. Я на порог наехал, а на вас будет ЖБ. Это на тебя сейчас ЖБ будет. Так, сфоткай меня, так, сфоткай его, фоткаю. Дай на фоне него. Место преступления. Все, давай. Давай. Да давай, уводим его отсюда, короче. Так. Это что за военный? Здравствуйте. Так. Полиция мема, блядь. Так. Просто люди. Поехали, короче. Я сказал, что мы едем в участок. Вези его на заброшенную какую-нибудь хрень. Зачем ты меня выкинул? А, я не знал, что я тебя выкинул. Блин. Там чувак прилетел. Все, короче, вези, но не вези в участок, отвези на заброшенное какое-нибудь поле, где никого... О, бля. Чё? Чё это было произошло? Я куда везет? Я бы заподозрил что-то. Обычно в фильмах на этом моменте начинается какая-то, знаешь, дичь. Да-да, вот эта музыка, вот это вот всё. Ну такой, сейчас, подожди, я напишу. Видишь, чтоб он напугался. Вы маньяки. Слушай, мы тебя дважды спрашивать не будем. Понимаешь, начинаешь убивать. Сколько? Жопой работать умеешь? Я объясняю такое, типа. Да, показывает еще, знаешь, руками. В смысле, я говорю, будешь нашим диким нариком? Это как? Это когда мы внедряем тебя в криминальную организацию, не внедряют в тебя свою наркоту. И возвращаемся обратно. Мы тут с коллегой обсудили, сегодня твой физический день, мы тебя отпускаем. Такой просто дробовиком встаю напротив машины. Нам вначале возьмет твои деньги за грубость по отношению к полиции. Да. А деньги собрать? Сейчас, подожди.
Сука, мне кажется, он разбился. Разбился? Я просто выстрелил, и он разбился. Я такой в барации, нам нужна скорая. Хотя не, уже поздно. У нас тут суицид. Итак, наше приключение продолжается. Bad boys, bad boys. Короче, выпрыгивай. Двигатель сломался. А нет. Двигатель работает, но мы сейчас загоримся, походу. Выпрыгивай. Ёпта, я застрял. Напарник! А я не могу. Напарник! Братан, я сам застрял. О боже. Я вышел. Я вышел, фу. Чувак просто на мопеде. Ты охуя, ты охуя. День, ты неправильно делаешь. Это этот же, опять он вернулся. Оружия нет, патронов нет, наркотиков нет. Отпускай его. Я так и простите моего напарника, он погорячился. Да ладно. Да ладно, бывает. Я говорю ему хорошего дня, фотография, можно в участке собрать. Все, спасибо и вам. И уходим такие. Нормальный день. Вот это хорошо, понимающий полицейский, все нормально. Моя тачка стоит, моя бэха. Или Мерседес, а давай же на Мерседес похоже. О, вот тут. Я такой, как дела, коллеги? Пишу, а Маша на панели стояла. И прям ей в лицо смотрю. Почему иногда некоторые... Вау. А я могу сюда сесть? Да. Отлично. Проверка. Игрок находится в трансе. Я у него ничего нет. Что он делает? Что он делает? Так, слышь? Это нападение, это все, это конкретно попадос. Я написал ему, что он выкинул полицейского из машины, он такой, понятно. А почему он убегает от меня? Я ему показываю, что нельзя убегать, а он убегает. Скрин вам есть. Пипец, скрин есть. Такой, чувак. Так, все, короче, пора его кончать. Все, а, все, я все не могу в эту машину посадить. Ну и что там происходит? А, он, короче, вызвал скопа своего какого-то, поэтому... Тот его освободил? Снял автомат с плеча, чего? Откат какой-то, 5... Он такой, Буш, пожалуйста, 5К прошу, я на тебя зареган. Какая-то... Вот, там... Если тебе надо приехать поскорей, короче... И забрать. Сейчас. Я беру полицейскую машину. Убили. Его убили? Да, и в меня стреляют. Окей. Бля, и меня убили. Тебя убили? Да. Серьезно? Меня... Там приехали какие-то чуваки и всех расстреляли. И его, и полицейского, и все? Не, полицейский вроде выжил. Может, это чуваки полицейского, я без понятия. Вообще, что за разборки? Это что такое? Ну, вообще без понятия. Ты где сейчас появился в итоге? В больничке. С этим же чуваком сейчас его опять арестуют. Так, это что за дерьмо? На меня тут наехал кто-то. Это, я еду к тебе, давай это... Меня тут задавили, ты понимаешь, в чем прикол? Че все тебе все давят? Меня задавили. Никакого уважения вообще-то у людей к ролплею нет, я заметил. Просто вообще как бы видят человека в форме и давят его. Приезжает полицейский, говорю, нужно, значит, арестовать человечка тут. А он такой, почему ты в форме? Ой, блядь, мне опять чуть убили. Я вот подъехал, вот я вот. А, вот, все. Стоять. Давай там вот задаем и остановим вот этим. Сейчас, подожди. Снят розыск, ошибка КПК. А почему... Чего я не могу объявлять розыски на этих? Садись. Я пытаюсь. It's a great day to die. Так, ты не помнишь, куда он поехал? Направо тут или там? Ты понимаешь, такая дальность подрисовки, что мне кажется, он уже мог куда угодно ехать.
По-моему, он вот туда поехал. Ты уверен? Из-за чего ты так думаешь? Отключи мигалку. Ну, мы же преследуем. Но мы уже не преследуем. Он вон там был, я видел его. Да мы, мне кажется, преследуем ничего, мы не существующих... Не-не, вон он, в смысле не преследуем ничего. А, да это другой уже чувак, это полицейский. Ой, да, и прям. О, вы врезался в полицейского. О, Джордж Буш, это тот самый коп, короче, который почему я в форме кадета. Ты у нас оборотень погона. Андрей Злой, это приехал тот самый, слышишь, еще этот Андрей Злой. А, ну окей. Эй, это спрашиваю, чего это ты преступника освобождаешь? Не тыкай мне. Не тыкай мне. Я говорю, не дал провести задержание, никого не освобождал. Что ты со мной сделал, демон? Он уволил меня. Выговор? Чего? Уволил тебя из организации? Чего? Ну, Никита? Ты хоть знаешь, с кем ты говоришь? Вон нахуй, блядь. Вот это выёбывались парень вообще просто, блядь. Я столько лет отдал своей жизни полиции, и за что? Ради того, чтобы меня какой-то Питер уволил. Эти двое подъехали, смотри, двое подъехали такие. Суки ебаные, написали у них. Я его на этой машине сейчас убью. Все, больше он не сопротивляется, правда. Ты его убил. А я не могу двигаться, я походу там бат или чё. Вам выдали предупреждение. Арестовывают. Меня арестовали, но я... У меня застыла сцена того, что произошло. Сервис закрыл соединение. Я не так скажу, чувак, я в наручниках убегаю. Вот до такой жизни мы и скатились с тобой. Да, мы пытались служить закону, вместо этого люди по блату освобождали, как в реальной жизни. Эта игра многому учит нас, то что если у вас есть связь, вам может сойти с рук все что угодно. А на этом конец этой серии, я надеюсь, что она вам понравилась. Если она вам понравилась, знаете, подписываться на канал, ставь лайк, комментарий, ставь палец вверх, также рекомендовать канал друзьям. Кстати, не забывайте при регистрации писать Роман Гопотун. Чтобы мне немного скинули денежек, я думаю, что меня рано или поздно здесь разбанят. Ну да, мы выйдем. Скоро все поймут. Скоро все поймут, что они были неправы, а мы были правы на самом деле. Это все, пока, в дяб-дяб, увидимся в следующем ролике. Пока!